Всем привет, доброе утро. У нас 8 марта. Я сапог забыл. Мы бегом одеваемся, едем за подарками. Одевайтесь. Милана поедет подарок себе выбирать, да, Милан? Смотрите, какой чехол. Да отстань ты чехол, своим чехолом. По-моему, нужен. Мой чехол. Купил чехол и радуется. Милан, ты сейчас собралась? Милан собралась. Да, давайте, все. Это вот то, что можно собрать, Кирюш? Да. Это точно можно? Угу. Природа, тут лодка. Давай тогда вот эту. Алекс, и свинка там есть? Да. Ой, еще у нас... ведьма еще есть. Давай возьмем. А ведьма тут точно? А ведьма тут точно есть, Кирюш? Посмотри. Вот. Три в одном написано что-то. Давайте возьмем. Это с 6 до 12 лет. Ой, давайте возьмем. Ну, давайте. А Юникич туда поместится? Юникич там сможет играть? Наши беговые. Интересно, детальки какие? Это небольшие, которые... Вот это... Давайте, а давайте. Они нам откроют? Все, дальше не пойдем. Может, мы уже выбрали все? Да. Точно? Да. Но если хочешь, еще там посмотри на булочки. Да нет уж. Если ты выбрала, то все. То все, идем. Только я не знаю, как вы будете собирать. С Кирюшей вместе? Да. Точно? Не будете драться? Все равно не будет. А там экструкции есть? Да почему с ними? Психовать не будете, что не получается? В тот раз робота собирали. Ой, психов сколько было. Какой робот? Белого. И мама все-таки в итоге сама его собрала. Ну пошлите тогда. Что ты так? А вот здесь есть торты ведь, да? Нет. Давай посмотрим, зайдем. Как простой, здесь всегда все есть.
нас пошел на автоматике. Пойдем посмотрим, что он там делает. Автоматик играет. Мы ждем. Милиция, ДПС работает. У нас все нормально. Все как положено. Пошли в аэрофотель. А? Пошли в аэрофотель. Да. У меня жетоны есть. Тогда надо Милану взять. Жаль. Что такое? О! А там сколько минут играть? Там два жетона. Одна комната. Ну давай, я сейчас Милану позову. Ты ей дашь жетончики? Два дам. Ну давай. Сейчас зашли в этот Вавигум. Милана с Кириллом в аэрохоккей сейчас поиграют. Не думали даже, что мы сюда пойдем. Не хотели идти. Но Кирюша привел всех сюда. Раздевайся, Миланочка. Будешь в аэрохоккей играть с Кирюшей? Будешь? О, давайте во все тут поиграем. Во все. Кирюша тебе два жетончика обещал подарить. Что такое два жетончика? Которые играть можно. Ну давайте. А его хоккей. У меня есть жетоны. Жетоны это что такое? Зачем? Водинки такие. Ты ее научи, как играть. Пошли. Дай, дай потрогать. Куда вы пойдете? А как играть? Что, не будете в аэрохоккей играть? Нет, давайте вам все поиграем. Я хочу все Милан, давай тебе, наверное, эти железочки уберу из ботиночек. А как тут играть? Вот тут вот, стрелять ей в ключи. Будешь стрелять? Тут кнопочка. Все. Выиграла. Ну-ка еще стреляй. Выиграла. Смотри, там аккуратно. Это мой дом. А что там? А это стоит упасть? А вот еще домик какой, смотри. Это я его строил. Ты строил? Да, мне никто не помогал. А так можно пролезть? Да, пролезай, пролезай. Я ее сейчас найду здесь. Я ее и так вижу. Вот она у меня. Я ее поймал за щек. Потихоньку. Дом занят. Дед, пойдем. Классно. Залазишь туда? Залазь, так смотри аккуратно. По лесенке. Наконец. Там нигде не упадешь. Милана, как высоко залезла. Через препятствие проходит. Прошла. Вот это да. Вот это да, там горка с шарами. Классно, еще пойдешь на горку пролазить препятствие? Классно!
Кити. Сейчас вылезу. Вылезай. Класс. Класс, напрыгались, нагулялись. И мама там налазилась. И Кирюша нагулялся, да, Кирюш? Вот это игрули. Вот это игрули мы, да? Вот это игла. Устала ты? Не устала. Не устала еще? Ага. Кирюша вон устал что-то. Кирюш, ты чего? Опьянился, наверное. Это просыпается, когда ты спать. Пойдем, Мила. Нет, сколько ты? Все, поедем домой. Уже ничего никто не хочет. Офигеть! Сегодня пол огромный. Смотрите, тут даже ведьма есть. Да ты че? Вот она, ты ведьма. Ты думаешь, там даже ведьма? Да, там... это ты ведьма. Это, Кирилл, ты хоть сможешь тут собраться, разобраться? В этом приложении. Каком? Вот в этом. Три в одном написано. А что три в одном? По разным этим дом поднимается, опускается, что-то тут. Да, это лифт. Это лифт. Лифт разве? Смотрите, тут ведьма есть. Смотрите, какая ведьма. Она ага. Кушаньте нужно. Уже сейчас, что ли? Да. Это вот эти, что ли? Нет. А какие? Это здесь только такие. Это не кувшинки. Четыре листа, они. Это листа. Да, ну вот где? Они такие. Нет, кувшинки. А кувшинок и не было. Слизняк. Слизняк. Слизнячки, да? Слизняк. Смотрите, какой. Какие милые. А это как ведьма говорит? Ведьма. Как жить? А хрюкалка как говорит? Хрюкалка. Когда ее бьешь, такой звук происходит. Кирюш, что там у тебя? Разъединяется. Давай я помогу. Девочки, как у меня прошло 8 марта? Я собирала с детьми конструктор. Подарок Миланин. В общем, собрали почти все. В общем, мы кушали, приехали, кушали, собирали. Покушали, пособирали. И, в общем, половина, считай, дети психовали. Им лень было собирать, и собирала мама. Да, вот такой вот домик. Вот купила подарок Милане, а сама собирала. В общем, у нас подарок получился на двоих. Вот так прошло 8 марта. Да, Милан? Нет, давай, я обещала поиграть в это. Еще обещала поиграть. Я уже с ним сегодня, знаешь, как наигралась? Вот давай. Смотри, сколько я всего собрала. Это ж все моими руками почти. Деревья даже. Такие вот деревья. Это ж все собрано. Это ж я уже устала, аж даже у меня уже в глазах рябит. Вот. В глазах рябит уже от этого конструктора вашего. А ты что сейчас хочешь собирать? А другого тут кубика нету, лишнего? Лишних полно. В общем, я уже устала, как собака. Собирать этот конструктор и все делать, и я уже вообще устала. Не могу. Все. Всем пока, всем удачи, всех с 8 марта. А мы вот так вот ползаю, собираю детальки по полу, мама, которые раскидали. Мама, давай помоем лучи. Пойдем помоем. Что натворила с руками? Ничего. Нет. Посмотрим все вместе. Ой. И все? И а все? Другая где? Не-не-не, там ничего нету. Вот смотрите, какие руки. И зачем ты нарисовал на них? Я ничего не рисовала. Давай другую мне показывай. Не, это секрет. Я так и хочу делать руки. Я просто так. Ладно, всем пока.
Зачем? Ты думаешь, это красиво? Мы свистнул. Посмотри. Всем... Всем привет! Всем пока, говори. Какие лайки ставить? Покажи лайк. Лайк вот, покажи. Вот, вот это все из вот этого лапинка. Покажи, какие лайки. Ставьте нам лайки. Вот такие большие лайки. Вон, какие руки черные. Ну, покажи руки. Пойдем руки мыть. Всем пока-пока. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.